обсудить дальнейшую работу с общественными организациями и поблагодарить за взаимодействие и поддержку. В Самаре прошла рабочая встреча командования 2-й общевойсковой гвардейской армии с представителями благотворительного фонда «Звезда и Лира» и Общественной палаты Самарской области. Их сплотила помощь тем, кто находится в зоне действия СВО. Общественники и неравнодушные самарцы собирают посылки бойцам, в которых есть то, в чем они нуждаются – снаряжение, теплые вещи, продукты. Во-первых, это сближает нас, армию, с теми людьми, кто оказывает большую помощь нашим военнослужащим, которые находятся на спецоперации. Мы, в свою очередь, должны обязательно говорить им спасибо. И слово «просить», так скажем, оно не очень корректно. Но планировать совместно то, что нашим ребятам необходимо для дальнейшего развития победы. Я уверен в том, что данная рабочая встреча будет носить системный характер. О периодичности сейчас не буду говорить, но то, что по итогам этой встречи однозначно будет повышение эффективности нашей каждодневной работы, направленной на обеспечение комфортной жизни наших бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. И, конечно, мы не обойдемся сегодня без того, чтобы сказать российское спасибо тем людям, которые действительно каждый день помогают нам в этой работе. Надежде Суспицыной 90 лет. Она откладывает с каждой пенсии, чтобы помочь тем, кто сейчас выполняет задачи спецоперации. Подключает к делу соседей и знакомых. Как можно остаться в стороне, когда молодые ребята, которые должны быть влюбленными, должны быть отцами, они должны быть любимыми внуками, и они вдруг на таком боевом посту. На встрече отметили, что за это время общественникам удалось наладить системное взаимодействие с армией. И такие встречи, на которых звучат слова благодарности, должны проходить регулярно. Сергей Кизоркин, Виктория Шарая, Максим Гусев. События.